Не могу больше кликать, эта игра сводит меня с ума. Ох, люблю кликеры, мать ваша, у меня уже слова заканчиваются. Что говорить, пока кликаешь 40 секунд без остановки, я не знаю. Хелло всем, с вами Бомжара Фокс Нео, и сегодня будет наше мобильное выживание. Давненько мы не играли в мобильные игры, и где-то глубоко внутри твоего телефона виртуальный бомжара. Вот такое вот эпичное начало у этой игрушки. Да, это симулятор бомжа в телефоне, еще и кликер. Короче, круто, замечательно все. Сейчас мы быстро накликаем себе миллионы. Так, у нас задание поднять 3 монетки земли. Так, поднимем 3 монетки земли. У нас тут какое-то сейчас быстренькое обучение будет. Но я сейчас во время обучения накликаю себе на какую-нибудь Lamborghini. Все будет круто. Так, откройте магазин, игра нам говорит. И можно что-то прокачать. Прокачаем переработку. Замечательно. Теперь у нас 10 монеточек в секунду идет. Выйдем назад, соберем монетки. И игра нам говорит, что мы можем купить свой первый бизнес. Мы буквально через 2 минуты после начала игры мы просто покупаем себе первый бизнес и сразу нанимаем рабочего какого-то. Так, нужно его кинуть на работу. Так, давай, работай. Он нам принесет 5000 монет просто сходу. Я надеюсь, что-то там не успел прочитать. Так, мы пока еще покликаем. Так, давай, ждем. А, можно пропустить его работу, пропускаем его работу, и мы достигли второго уровня, задача выполнена. Так, собираем монетки, собираем денежки, замечательно. Давайте, чё, опять работай давай, чё сидишь? Так, и все, обучение завершено. О, чё это у нас летает? Рашхоур, теперь у нас x2 монеток будет, давай! Кликаем! Мы накликаем себе на новый дом! Замечательно, целых 12 секунд, мы выполнили какую-то задачу, третий уровень. Вот это динамика, вот бы все игры были такие динамичные, а то мы до этого играли в какой-то кликер, посвященный зло, вот там все как-то медленно, одно обучение минут 10 было, ну скучно-то как. Так, мы выполнили задачу, соберем монетки, и у нас уже 18 тысяч монет, давайте наймем себе нового чувака, уже 20 тысяч монет, я не успеваю просто говорить. Давайте наймем чувака в комнату, кого мы наймем? Ох, давайте постмана наймем, чувака на почте, у нас открыта новая шапка, замечательно. Так, он нам за 12 минут принесет 15 тысяч, вау, и еще купим себе комнату, и в эту комнату наймем, кого бы себе нанять? Ну, мы никого, кроме гардинера, не можем нанять, это у нас садовник, замечательно, теперь у нас есть шапка садовника, все, у нас садовник работает, опять, короче, выполнили задание, таск выполнен, у нас 3 человека работает, это у нас откроется на 7 уровне, мы уже 4, я думаю, мы не сильно задержимся, так, давайте еще покликаем, хотя давайте в шопе купим себе новые штучки, вот, мультиплеер 3, покупаем за 250 монет, покупаем вот это вот, ресайлинг еще купим, еще ресайлинг купим, о, господи, да тут много чего купить можно, мы сразу миллионеры, что у нас тут, Rushhour апгрейд, это у нас апгрейды, которые падают во время игры, их мы пока прокачивать не будем, о, можем котеночка себе купить, давайте, купим себе котеночку, утибузи мой, и на 65 тысяч монет мы купим себе мотель, вау. Что тут у нас? Лайкните, чтобы получить карточки. Нет, спасибо. Давайте вот это еще попрокачиваем. Так, вот это прокачаем. Еще прокачаем. На все деньги прокачаемся, чтобы сейчас быстренько купить себе мотель. Вот так. Прокачали мусор, переработку. Все прокачали. О, задание выполнено. Замечательно, замечательно. 2 задания выполнены. Открыли санглассы. Так, давайте переоденемся сразу. Сейчас мы будем выглядеть не как бомж. Как перерасти из бомжа в миллионера за 5 минут? Или за 15? Так, шапку давай. Давайте наденем себе шапку, кого, вот эту вот шапку, Федору, я сказал, а, нет, вот очки себе наденем крутые, шапку, или как чувак из Breaking Bad будем, нет. Say my name, Mr. White. God damn right. Нет, где моя Федора? Хочу Федору. Нет, Федора что-то теперь не выглядит круто. Нужно что-то другое. Самый нормальный вариант был с лысым. Ну, серьезно? А есть прическа, как у меня, какая-нибудь модная? Нет? Можно корону себе надеть. Господи, сколько тут причесок. Правда, почти все заблокированы, ну да ладно. Ладно, пока не будем себе ничего покупать, будем немножко бомжарой. Так, это мы оставим нашу бороду. Обязательно борода бомжара, это как бы фирменная. А вот переодеться из бомжа в крутого чувака можно, так. Давайте в хипстера переоденемся. Так, тихо, я знаю, вот, в хипстера переоденемся. Замечательно. Теперь мы модный бомж-хипстер. Так, что у нас там? О, чувак мне принес монеточки, замечательно, пусть обратно идет. Он уже, кстати говоря, второго уровня. Я думаю, нам пока прокачиваться. Да, давайте прокачаемся, что это? Helping Hands. Прокачали Helping Hands. И мультиплеер еще немножко вкачаем. Но я не знаю, стоит ли прокачивать апгрейды, потому что они нам вроде не падают особо. Надо копить на мотель потихоньку. И смотрите, теперь рядом с нами
маленький миленький котичек. Чувак достиг второго уровня, через 9 минут он вернется. О, там Дед Мороз ходит, вау. Да тут вообще одни хипстеры какие-то, вон, посмотрите на этого чувака с волосами необычными, он такой. А тут вообще чувак с короной мимо пошел, просто на свеге чувачок. Я принимаю кредитные карты, конечно, посмотрите, у него за спиной уже целая куча монет. Мы открыли дрель. Так, чувак пришел. Обратно иди работай. Так, собрали монеточки. Бай-мотель. Ага, бай-мотель у нас открылась. Блин, еще один уровень и сможем вот это вот открыть. Чуть-чуть осталось. А что, X2 профит за просмотр рекламы? Нет, спасибо. Еще покликаем. На мотель немного осталось вроде. Мотель сколько у нас стоит? Так, мотель. Мотель 65 стоит, у нас 30. Нет, все-таки долго. Давайте немножко прокачаемся еще. Так вот, прокачали все, что можем, в принципе, прокачать. И дальше сидим, кликаем. Еще больше 30 косарей нужно накликать на мотель. Ой, тут все такие необычные ходят, такие прям одеванные. Опа, что-то прилетело. А, бонус прилетел. XP boost. Сейчас будем быстро прокачивать опыт. Очень быстро прокачивать опыт. Е-бой! Мы будем самыми крутыми парнями на районе. Мы буквально 10 тысяч монеток в минуту зарабатываем, если активно кликаем. Почти достигли 7 уровня. Смотрите, опять чуваки в новогодних шапках. Новые вещи пооткрывали. Нет, так мне нужно еще 40 секунд кликать. У меня XP boost, ребят. Ребята, XP Boost. Почему тут каждый второй в короне? Я тоже хочу корону. Мне нужно срочно открыть корону. Хочу быть модным, как все, в короне. Как бы крутой чувачок. Давай, давай, еще 18 секунд нужно покликать. Так, Флойд из Рэди, сейчас. Давай, мне нужно еще 13 секунд. Уже пальцы болят, пальцы отваливаются, крыша едет. Не могу больше кликать, эта игра сводит меня с ума. Ох, люблю кликеры, мать ваша, у меня уже слова заканчиваются. Что говорить, пока кликаешь 40 секунд без остановки? Я не знаю. О, замечательно, докликали. Теперь он может уходить на 26 минут. Давай, иди. Так, открыли, что это такое? 30 уровень. А, теперь мы можем учить чуваков. Окей, понял. Так, стоять. Можем, что это такое? О, можно выбрать имя себе. Давай какой-нибудь Евлампий. Бомж Евлампий. Да, вот мое имя. Почему оно там так странно? Окей, конфирм, подтвердить. Нет, что, на английском придется писать? Эх, ну ладно, тогда у нас будет хипстер Евлампий. Так, Евлампий. Евлампий, мистер Евлампий, конфирм. Да, Евлампий, мы бомж Евлампий, замечательно. Выходим, что у нас? Понг. Что такое понг? Challenge Stranger to Pong for 3000 credits. Нет, давайте чуть попозже заценим. А хотя, что мне терять? Давайте заценим понг. Ой, так мы против реального игрока будем играть в понг. Круто. Только что-то очень медленно, если честно. Я тебя победю! Ой, это игрок? Если это игрок, то что-то он какой-то медленный. Вот смотрите, как я быстро перемещаюсь, или у него телефон лагает. Так, я 8 уровня уже. Так, замечательно. Я тебя победю! Мой стиль сражения круче твоего. Правда, у меня иногда кнопки не нажимаются. Блин, а чувак хорош. Чувак реально хорош. Так, битва за 3000 монет. У меня тупо кнопка не нажималась. Ну и фиг с ней. Ну, мы узнали, что в игре есть такая механика. Ну, ничего, бывает. Я, если честно, даже не разочарован. Так, иди на много минут. О, D1, Daily Rewards. Получили 8000 монет. Замечательно. Что у нас тут? Я из рабочих чего-то там. Я работаю в какой-то компании. Короче, окей, пофиг, что ты там хочешь. Окей, я согласен. Все, что угодно. И мотель покупаем. Наконец, покупаем себе мотель. Бомж купил себе мотель. Вау. Так, купили мотель, выполнили задание. Замечательно. Выходим обратно. Что у нас теперь? О, у нас появилась своя машина. Свой гараж появился. Гоу, куда? Гоу, господи, сколько в игре механик. Поехали мы куда-то. Так, у бомжа своя машина спустя 10 минут игры. Мы получили 1000 опыта. Теперь машина будет доступна через минут 5. Замечательно. Так, а как обратно-то вернуться? Congratulations, Bobby, что-то там готов. Окей, вернемся назад. А теперь мы кликаем возле нашего личного мотеля. Ребята, мы заработали себе на мотель. Давайте прокачаем все, что можно прокачать. Вот мультипл... теперь денег нет. Ну, ничего, как бы. Прокачаемся и будут деньги. Что у нас там, наши чувачки? Давайте проапгрейдим кого-нибудь.
Так, стоять. А, они работают, мы не можем их апгрейдить. Ну, окей. И у нас откроются туры на 25 уровне. Вау, господи, сколько всего. Давайте покликаем, немножечко прокачаемся. В своем личном мотеле, хочу отметить, будем прокачиваться. Так, давайте. Что у нас там, кстати, за задания новые? Я пока не вижу у нас новых заданий. Но у нас есть гараж со своей машиной. Кстати, давайте посмотрим, сколько стоит новая машина. 40 косарей. Вау. Что дальше у нас? 125. 2 ляма. 60 донат. Коинов. 35 лямов, посмотрите, Lightning, просто amazing. И вот эта тачка для меня, 400 лямов, я себе на вот такую вот буду копить. Это старое золото, но нет. По-моему, самая крутая, которая вся в долларах, она прям эпичная. Я бы себе такую купил и гонял в ней. Еще оделся во всякие Дольче и Гуччи и пояснял бы всем за шмот. Так, следующее у нас, можно открыть собачку, купим собачку. Следующий у нас кроличек и Blampride, это шар воздушный, как его там называют, дирижер. Жабль, по-моему. Да, замечательный. Мы открыли новый уровень. Task complete. Тимы 100 косарей просто за пару задач выполнили. Вау. Так, нужно левелапнуть наших чувачков и получить 5 пауэрапов баун. Окей. Пауэрапы мы со временем как бы накликаем. Давайте прокачаемся. Так, мультиплеер прокачиваем, потому что он самый крутой. И, наверное, купим себе кролика сразу же, да? Купили кролика. Теперь у нас целая армия зверей. Ну и все остальное прокачаем. Все, на что денег хватит. Денег хватит, в принципе, я думаю, на все. Так, прокачка, прокачка, прокачка. А, нет, у нас котеночек и собачка уходят. Я-то думал, вокруг нас армия животных будет, а у нас нет. Ладно, последняя штучка. А, нет, это у нас просто донат-коины. Ну, я думаю, в принципе, на этом-то мы можем уже закончить. Мы купили свой мотель, мы наняли кучу рабочих, мы теперь бомж-хипстер. Если вы хотите продолжение выживания бомжа, хотя это уже не выживание бомжа, это элитная жизнь бомжа, то обязательно ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Но также не забывайте подписываться на мой канал. Ну а с вами сегодня был Fox Neo. Увидимся!